Участковые уполномоченные 2-го отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу провели во дворах и на улицах города профилактическую акцию «Осторожно, мошенники». Ее главная цель – рассказать жителям о наиболее распространенных видах телефонного и интернет-мошенничества, а также о методах защиты от них. Сотрудники полиции напомнили, как важно быть бдительным, не говорить с неизвестными людьми по телефону, никому не сообщать номера своих банковских карт. В группе особого риска – пожилые люди.